Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Завод «Молот оружие» запускает новую продукцию. Предприятие начнет выпуск карабинов «Егерь». Они считаются оружейной классикой для ценителей охоты и предназначены для добычи среднего и крупного зверя. Впервые карабин был представлен публике на московской международной выставке «Arms and Hunting» 2016. На предприятии уже 3,5 года продолжается процедура конкурсного производства. Непрофильное имущество завода выставлено на торги. Завод «Молот оружие» производит 26 видов нарезного оружия, 16 видов гладкоствольного и 15 видов списанного учебного и охолощенного оружия. Программа «Экономика». «Абсолют Агро» подешевел на 23 миллиона рублей. Уже 2 раза имущество предприятия банкрота не удается продать на торгах, пишет «Навигатор». Следующий аукцион назначен на 15 мая. Стоимость производственного комплекса по сравнению с первоначальной снижена на 23 миллиона рублей. На этот раз за «Абсолют Агро» просят 968 миллионов. Впервые компания была выставлена на торги в декабре прошлого года одним лотом за 991 миллион. Кредиторы решили не дробить имущество и продать его как единый производственный комплекс. В областном правительстве заявляют, что интересанты есть, но они ждут снижения цены. Экономика на 101 FM. Мелкие фермеры не могут получить льготные кредиты. Об этом в беседе с журналистом «Бизнес-новостей» заявил фермер из Богородского района Павел Кутявин. По его словам, предпринимателям рассказывают о льготных кредитах под 5% годовых. Однако банки по разным причинам отказываются их выдавать. Требуют залог под 200% поручителей или предлагают взять сумму больше, чем требуется. Получить инвестиционный кредит могут только крупные предприятия, убежден фермер. И о валютах. Доллар накануне прибавил 47 копеек и стоит 57.39. Евро вырос на 18 копеек. Официальный курс на сегодня 60.75. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.